Здравствуйте, меня зовут Толстышева Руслана Рустамовна. Я приехала из Республики Узбекистан. В данный момент я обучаюсь в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы на специальности туризм и гостеприимство. Обучение в университете мне очень нравится. Здесь очень открытые, добрые люди, отличный профессорский преподавательский состав, с которым очень комфортно работать, отличный коллектив студентов, с которыми комфортно общаться и интересно дружить. В Беларуси мне очень нравится. Я бы с большим удовольствием тут осталась, так как мне понравилась культура, традиции, язык, обычаи народа. В общежитии я проживаю с отличными ребятами, живу с белорусами, с которыми очень интересно общаться на разные темы. Мы с разных специальностей, но отлично находим общий язык. С большим удовольствием бы в будущем я осталась в Беларуси, хотела бы здесь попробовать себя реализовать, поработать, получить хороший опыт и новые знания.